Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем битва чемпионов от Marvel. Так что сегодня мы будем, наверное, проходить основную сюжеточку. Так, просмотр календаря, естественно, забираем ежедневочку свою. Вот так вот, 8 дней уже. Хорошо. Кристалл у нас готов, халявный, давайте его тоже заберем. Так, что у нас здесь? По-моему, герои даже выпадают, да? Ага, так и есть. Ну, я хочу катализатор. Дайте мне какой-нибудь мощный, хороший катализатор. Потому что герои с одной звездой мне не нужны. И нам достается... Да, по-моему, это на мистиков, если не ошибаюсь, конечно. Да, ребят, на мистиков. Отлично. А у меня их, по-моему, и нету. Хе-хе. Так, открыть. Сколько? Две штуки. Ладно. Ну, здесь у нас и за 8 кристаллы. И что нам достанется... На 75 штучек. Ладушки, хорошо. Так, давайте тогда еще один сразу до кучи откроем, чтобы глаза не мозолил, как говорится. Ну-ну-ну, дай мне вот 525. Нет, вот дают мне самый маленький. Хорошо, все, с этим делом мы вроде бы с вами закончили. Так, что у нас еще на повестке дня? Магазин мне не нужен. Остается только бой. Да, ребят, только бой. И обзор заданий. Так, здесь у нас... Ёлки-палки, что-то новенькое. Ну, нам нужна сюжетка, поэтому будем начинать с нее. Так. Глава пятая, да? Точнее, миссия пятая. Противостояние. Ох, ёлки-палки, тут еще глава третья и глава четвертая у нас будет. А я-то думал, что нам еще секреты только пройти, и акт второй будет завершен. Дудки? Ладушки, давайте начинать тогда задание. Не знаю, сколько я сегодня успею пройти, но попробуем как можно больше. Ух, так, поступает новое сообщение у нас. Коллекционер, как смеешь ты портить мне торжество победы над призывателем? Ух, ничего себе ты даешь. О чем ты, завоеватель? Адаптоиды не так просты, как ты говоришь. Они подчиняются твоей воле. И что дальше? К чему ты это ляпнул? Ты хочешь сказать, что он их призывает, что ли? Так, адаптоид, зверь. Ну, зверя мы не будем, ребят, слишком простенько это все. А выберем, пожалуй, мы Кейбла. У него, по крайней мере, классовый бонус идет. А для нас это большой плюс. Так что понеслась. Хотя, они легкие. С одной звездой должны разобрать их вообще без проблем. Да-да-да, конечно, конечно. Вот, получи. Вот это я называю удары. А то, что ты там щекочешь меня, мне пофиг. Так ты, гаденыш, а. Ладно, ребят, давайте с ним, наверное, завязывать. Хочу на него, знаете что, повесить дегенерацию. Вот я ее и повесил. Ну, давай. Ах ты. Все, будет падать сейчас он. Да что ты брыкаешься еще мне здесь, а? Нашел, как говорится, на кого наехать, да? На самого Кейбла, ё-моё. Ну что же, первая победа за нами. Мы с вами будем продвигаться дальше. И у нас, ага, здесь походу нет, не только адаптоиды. Здесь есть и герои. Ты контролируешь абсолютно все, даже адаптоидов. Подумать только, похоже, ты меня раскусил, Канг. И я попался. Что же мне теперь делать? Язвит, язвит, да, ребята? Хорошо. Опять адаптоид у нас здесь. Мистик, видимо, да? Кого взять? Давайте Кейбла опять возьмем. Как говорится, для параформы ему наковыляем. Ну, а там у нас еще и Мисс Марвел есть, и Гамора. Ну, и зверь, как говорится, на пасашок. Да, давай, иди сюда. А, понравилось тебе? Потихоньку истекает кровью, и я еще сейчас... Давайте суперударчик сделаем. Маленький, но продуктивный. Добил. Все. Кейбл победил. Да-да-да. Сын самого Циклопа, да? Насколько вы помните. Так, а тут у нас выбор, куда пойти. Или сюда. Угу. Или же по другой ветке. Слушайте, ребят, я думаю, что, наверное, вот сюда нам нужно идти. Как раз у нас каратель здесь будет. Сундук взяли. Вот он. Опять сообщение. Коллекционер может посылать своих адаптоидов на битву, сколько ему будет угодно. Канка держит победу. Почему у них такая война между собой, я не знаю. И каким макаром мы сюда вообще вписываемся. Так, дайте-ка я, ребята. Ага. Получить... Нет, у меня нету, ребята, на опыт.
Так что как-нибудь обойдемся и без этого. Ух, я думаю, что в принципе это же у нас классический, да? Палач, каратель. Так что я думаю, справимся в легкую. Ага, дергается, дергается. Смотрите, что-то тут еще хочет себе показать. А если я в ответочку-то тебе, а? Что сразу сморщил свою физиономию? Губешки надул. Вот так вот. Оу. Ребята, а как он меня, интересно, пробил, если я был в блоке? Очень интересно. В ответку получил. Интересно, а как же он мне действительно пробил блок? Я не раскрывался из него. Может быть, у него какая-то способность есть. Так, давайте попробуем, наверное, ребята, вот сюда пойти. Как... Да, мы можем открыть сундук. Ну что, это уже две звезды. Все равно салага. Железный кулак, давайте мы поставим Гамору. Можно было бы, конечно, и Мисс Марвел взять. Но я думаю, что это будет немножко попозже. Поиграем ей тоже. Так, понеслась. Железный кулак и Гамора. Файт, да, как говорится. Угу. Я смотрю, ему не нравится это все дело. Ватный-то какой, а. Слушайте, я хочу ему, знаете что, ребята, комбо впаять. Но он мне не дает его. Ого! Ничего себе, зато он мне впаял. Вот гад. Да чтоб тебя. Ну-ка, вот теперь моя очередь. Осталось лишь добить этого хламона. Да? Кейо, и все, победа за нами. Злобный взгляд Гаморы уничтожает просто на месте. А мы с вами двигаемся дальше. У нас Чала. Угу, опять сообщение. Тебе не одолеть меня, коллекционер. Я сильнее тебя. О да, теперь ты знаешь, что я контролирую адаптоидов. Какой ты умный. И что теперь, Канг? Не знаю, что теперь. Будет как-то выкручиваться, наверное. Так, черная пантера, значит, у нас, ребята, будет... Давайте, наверное, мы все-таки возьмем Марвел. Ух, хотя я прекрасно знаю, что черная пантера довольно мощный персонаж. Но он слабый, он все равно проигрывает нам по звездам. Ну, а мы сейчас будем его разбирать потихоньку. Ага, тем более, смотрите, какой он ватненький. Разбирается довольно легко. Попадет, нет? Нет! Тормознул. Что ты в блоке-то? Что ты с меня-то, гад, пример берешь, а? Блокируешься? Так, пошел, как говорится, у нас обмен ударами. Да чтоб тебя, а? Все, ребят, пора с ним завязывать. Да, упал. Конечно же, продвигаемся дальше. Тут, кстати, у нас и недолго осталось до босса-то, в принципе. Кстати, камень здоровья впереди. Он-то мне как раз и нужен. Да и босс у нас тут уже. Хе-хе. Это у нас кто такой-то, я забыл. Я убивал самых защищенных людей мира. Тебя будет даже слишком просто убить. Нифига он возомнил себя. Ты кто такой-то, чувачок? Зимний солдат. Угу. Ну-ка давай посмотрим, что ты будешь делать против моей мисс Марвел. Я думаю, ничего, сядет сейчас в уголок и всплакнет. Взгрустнет вначале, а потом и всплакнет. Оу-оу! А ты знаешь, что девушек бить нехорошо, а, братишка? Ты же солдат. Ну, видимо, у тебя такое воспитание, чувак. На. Оу-оу! Ты сва... Да что у вас у всех мода-то со стволами тут выделываться, а? Достали, на самом деле. Все, он сам напросился, ребят, так что я буду бить его беспощадно. И 10 ударов, там было написано блестяще, то есть комбинация была довольно хорошая. Ну что же, мы прошли с вами, и что получаем? Так, противостояние пройдено. Угу, карточки, и за камни, деньги и за 8 кристаллов. Ладно, давайте сразу же следующее задание, не будем ничего тут высматривать, выискивать. Сообщение. Ах, призыватель, Канг был невежлив. Мы, может, и противники, но это не повод вести себя некультурно, не так ли? Я даже не знаю, что тебе на это ответить. Так, о, камушек, оживление, хорошо. А вот и Марвел у нас здесь. Канг не так умен, как ему кажется. Он не осознает, что ты легко можешь его одолеть. А когда я вообще с ним столкнусь, с этим Кангом? Вот что мне хочется знать. Давайте-ка возьмем Гамору здесь и наковыляем.
Ну давай, давай, Танос, как ты долго грузишь мне. Ох, Капитан Марвел. Хоп, начала неплохо. Но также и плохо ты закончишь, дорогая моя. Кстати, вот этот вот костюм, вот у капиташки, мне не очень нравится. Мне больше нравится, как моя мисс Марвел выглядит. Но, хе-хе, дудки, дудочки. Все, ложись и спи. Гамора победитель. Кто бы сомневался в этом, а? Надо как-то замутить, чтобы я поиграл своими слабенькими персонажами, у которых одна-две звезды. И, возможно, как-то их прокачать, если, конечно, оно того стоит. Куда нам двигаться? Оу, тут, хо-хо-хо. Довольно большая карта, и нас Вижн будет в конце ждать. Ладушки, давайте тогда пойдем вот сюда. Тут как раз камень здоровья. Первого уровня, жаль. А сюда я могу? Требуется чемпион науки. Нет, поэтому идем тогда вот сюда. Одна звезда. Черный гром. Черная пантера, блин, черный гром. Осталось еще назвать только там кучка черного навоза. Супергерой. Не подходите к нему, иначе задохнетесь. Ну, а почему бы нет? Так, поехали. Ладно, давайте, кроме шуток, будем уже разбирать здесь. Что ты, елка? Что у тебя там за крылышки-то под мышками? Я не могу понять, а? Гром, ты чем-то мне напоминаешь сразу какую-то амфибию, когда ты прикрываешься. Так, довольно легко и просто. Даже смешно было, честно говоря, проводить такой бой. Ну, двигаемся дальше. Тут у нас сундук с одной звездой. И звездный лорд у нас. Две звезды, хорошо. Причем я заметил, что мне уже давненько не дают кристаллы. У меня вот как набор вот этих вот героев образовался, и все. Я как в тупике. Никого новенького не получаю, не дают, блин, а так охота. Их же тут целая куча, а у меня всего лишь горстка этих героев. Причем не прокачанных еще. Да хорош выделался-то, ё-моё, а, ты достал. Мне такое впечатление, что он просто-напросто зазвездился здесь. Так что будем его усмирять. Тихо, собрался он тут суперудар делать. Нет, вот, валяйся лучше. Подумай над своим поведением. Нет, все-таки вот этот костюм мне больше у Марвел нравится, чем тот красный с иракезом какой-то, фу. Даже немножко подбешивает. Двигаемся. И кто у нас тут? Да неужели сам Железный Человек нас решил навестить? И вскоре он поймет, что дерзость в этом состязании ему только повредит. Не забудь, нужно использовать тех чемпионов, у которых есть преимущество перед врагом. Пусть этот разговор останется нашей маленькой тайной. Хорошо, я в принципе так и придерживаюсь. Мне, ребята, извини меня, пишут в комментариях, что я должен использовать тех героев, у которых есть классовый бонус. Так что так и будем с вами делать. Ну, а мы продолжаем, и у нас сам Железный Человек. Да, этот парень тоже... Нет, здесь он, к сожалению, ватный оказался. Поэтому не будем здесь долго задерживаться. Оу, все-таки он мне прописал малька. Так-так-так-так-так-так. Захотел, да, чего, ребят? Не вышло! Усиленную атаку... Блин, хотел мне... На! Добили. Довольно как-то легко и просто мы с вами продвигаемся. Я надеюсь, в других актах будет хоть как-то посложнее. Угу. Сундучок мы с вами забрали. Ну что ты, взгрустнул, а, Драксик? Ну, этот парень тоже для меня не помеха. Я с ним уже дрался в любых режимах с любыми звездами. Ну, конечно, кроме 5-6 и 4. И я его одолевал. Хотя у него есть там козырный удар, который меня немножко подбешивает. Но здесь он все-таки легкий. Можно было бы, конечно, мне вот это вот все дело потом пропускать. И уже, знаете, начало карты и уже последний бой. Если вас так устроит, ребята, напишите мне в комментариях. И я буду только начало и конец. Мой искусственный разум может просчитать бесконечное множество вариантов исхода этого боя. И боюсь, что в каждом из них ты и твоя команда проигрываете, призыватель. И еще один фрукт нашелся, который тут, видите ли, предсказывает. Хорошо, давай посмотрим, как у тебя там твои предсказания сработают. Гамора, я думаю, с тобой, в принципе, без проблем должна будет справиться. Поехали. Так, бежит, бежит, бежит. Оп. Я так и думал, что он начнет первым меня атаковать. Без каких-либо блоков. Без пощады. Ох, нормулька, успели мы прикрыться. Я уже...
всего тут, как говорится, подбаиваюсь, поэтому частенько встаю в блок, ребята. Но кровотечение не повесил, добили и так. Ну что, Vision, где твои предсказания, что я везде проигрываю? Не оправдались, к сожалению. Хотя, может быть, он говорил глобально, не только про себя. Так, завершено у нас секреты. А это означает только одно, ребята. Мы с вами переходим на следующий этап. Что это за кристалл такой, а? Такого я не помню, нужно обязательно его посмотреть. Так, открыть кристалл. Угу, давайте открывать. Так, что у нас в нем? Давай. А, герои! Ну вот, только говорили про героев, и на тебе. Что нам достанется? Ну, давай какого-нибудь редкого, хорошего. Не, только не шторм. Во! Отлично! В принципе, неплохо. Это у нас циклоп. Жалко, конечно, что две звезды. Отлично. Но такого у меня, по крайней мере, не было. Так, это у нас 5 кристаллов. Вот, давайте-ка востребуем. Это у нас на хил, на оживлялку. Ну, также здесь может выпасть золото и энергия. А нам на данном этапе выпадает камень здоровья первого уровня, опять же. Блин, а где же второго-то уровня получать? Я так и не понял. Так, 5 кристаллов у меня еще, да? Но это обычные синие. Все, больше ничего пока нету. Осколков тоже не хватает, хотя их тут везде можно зарабатывать. У меня вот идет как по стандарту, да, ребят, 2000 нужно, 10 тысяч и 20 тысяч, блин, офигеть. Блин, я бы хотел бы Мадока себе получить. Правда, я не знаю, насколько он хорош или плох, но для коллекции, я думаю, он бы мне не помешал. Так, технические работы. Нужна помощь 3 чувачкам, давайте сразу всем сделаем. Так, что еще нам нужно глянуть? Здесь смотрели. Так, кубки нам не нужны. Вот здесь надо посмотреть. Так, уже идет событие одиночек. Ничего здесь у нас нету. О, золотишко. Нет, вот, ребята. Ну, неплохо, по 100 кристалликов получили. Точнее, осколков, в принципе, нормально. 100 тысяч очков нужно набрать. Это чтобы ранг получить. Ладно, с этим я еще, честно говоря, не разбирался. Так, чемпионы, это понятно, новые. Давайте, ребят, сразу в бой. И у нас получается... Да, здесь мы все прошли. Подожди, какой прошли? А, вот, тайна. Погоди, или не то? Что это у нас? У нас глава 3. Тайны мира битвы. И 4 глава. Да, мы с вами вот здесь вот остановились. Фух. Так, и что у нас получается? Состав команды. Давайте поменяем все-таки, ребят. Возьмем тех, кем мы практически никогда не играли. А это у нас будет... Давайте хотя бы 2-звездочных возьмем. А, вот, Колоса можно взять. Потом возьмем Соколиный глаз. И, пожалуй, возьмем с вами Носорога. Больше, по-моему, никого нет у нас, да. Так и оставляем. Носорог, Соколиный глаз, Зверь и Колос. Все, принимаем и вперед, как говорится, с песней. Так непривычно смотреть на новую команду. Ну, надеюсь, она меня не подведет сегодня. Так, сообщение у нас опять же. Ну как, нравится тебе в мире битвы, призыватель? Очень. Здесь возможно все, даже невозможное. Так что не теряй бдительности. Хорошо, коллекционер. И у нас первый враг — это Алая Ведьма. У нее 2 звезды. Так, давайте, наверное, Носорога возьмем. У нас классовый бонус есть против нее. Им и будем драться. Ну, как вы помните, да, в первый раз, когда я им играл, мне он не особо понравился. Но, тем не менее, у меня выпал на него дубликат. Сейчас мы посмотрим, что изменилось. Пока никаких изменений не вижу. Вижу, что меня, по-моему, разбирает потихоньку. Да как сказать потихоньку, очень хорошо даже. Что у нас за фигня получается? Просто тупой обмен ударами. Ты посмотри, а. Ну, насколько я понял вас, ребят, то 2 серебряные звезды это лучше, чем 2 золотые. Потому что у нас должна быть открыта какая-то спецвозможность. Сейчас я все-таки закачу суперудар. Так, вот это другой разговор.
Хе-хе, промахнулась, ведьмочка, получи люлей. Ну, опять же, я вам скажу, не очень мне нравится носорог. Ну, какой-то он, ну, сами видите прекрасно, что не айсовый нифига. Хотя алую ведьму мы, конечно, победим. Да ё-моё, что ты делаешь, а? Ну что же, в этом раунде у нас победил носорог. В принципе, это хорошо, но не то, что я, конечно, ожидал. Но, если что, зверь-то у нас все равно есть на подхвате. Будем тогда, если что, проходить им, если понадобится. Так, у нас здесь опять же Звездный Лорд. Да, энергию восполнять придется. Давайте вот эти вот будем тратить. Продвигаемся. Так, сообщение опять. Здесь в мире битвы все так запутано. Пересеклись и смешались прошлое и будущее. Но как? А вот так, елки-палки. Тут, по ходу дела, все измерения перехлестнулись. Кого взять-то нам? Что-то соколиный глаз меня не устраивает в этом плане. Давайте возьмем, наверное, с вами Колоса. Да, слабоват, конечно, без классового бонуса, но, тем не менее, он должен быть сильнее его. Быть так. Ага, хорошо. Но смотрите, как у нас получается весь бой, ребята. Вот я его тормошу, а здоровье-то еле-еле уходит. Я еще не попадал под его прямой удар. Что будет со мной тогда? Вот. Ну, в принципе, терпимо. У нас, тем более, усиление брони. Ну, подходи сюда. А, ты. Опа, опа, все-таки прописал мне. Хорошо, ладно. Ребят, я хочу накопить. Получится, нет? Эх, получится. Давайте-ка сейчас суперудар сделаем. Самый мощный. Заодно и посмотрим. Опа. Ха-ха-ха. Неплохо, да? Он меня пробить не смог. Отшатнулся, и мы, естественно, его добили. Ну, как сказать? Неплохой русский Ванька, в общем, меня устраивает. И двигаемся дальше. Куда нам пойти? Ну, с этим Архаросом мы уже долго дрались и часто, поэтому, я думаю, мы пойдем, где Халк у нас. Со Спайдерменом мы тоже часто сталкивались, а вот Халк редкий у нас, чувачок. Не тебе разгадывать загадку мира битвы. Послушайте моего совета, призыватель. Сконцентрируйся на битве. Да я и так уже всем нутром пропитался, елки-палки, к этой игре. И Халк. Ну, блин, давайте возьмем соколиный глаз. Была, не была. Хотя, наверное, я это зря сделал. Ну нет, у нас две звезды у обоих. Только у меня серебряные. Елки-палки, да ладно, только не говори, что ты такой бронявый. Оу-оу-оу. Ребята, по-моему, дело пахнет керосином. Вы посмотрите, как он меня разбирает. А я его-то по микрону бью. Блин, дайте-ка я попробую суперудар прописать хотя бы, а? Может быть, хоть как-то мне поможет это изменить ситуацию. Так, ага. А он в блоке простоял, гаденыш. Да иди это отсюда, а? Зеленое чучело. Нет, ребят, тут совсем хреново дела. Я приближаюсь, как говорится, к его хпшкам. Точнее, его приближаю к своим. Да что за любитель блока-то, а? Оу. Черт подери. Если он сейчас пропишет свой супердар, я боюсь, это будет финиш. Так, пока терпимо, терпимо, ребята. Но, тем не менее, очень мало здоровья у меня. Оу, нифига ты хлопаешь в ладошки, олух, блин. Нокаут, ребята, первый нокаут получил я. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что ж, давайте возьмем тогда Колоса. Ну и будем надеяться, что русский Ванька нас не подведет. Из людей Икс. Погнали. Хотя, в принципе, что тут... Оу, ты смотри. Ну, тут действительно Халк какой-то неугомонный. Как он говорит все время... Халк крушить. Ну, а теперь... Ну, добиваем, добиваем его. И... Так, так-то оно лучше. Да, Колос, молодец, ты меня не подвел. Но, честно говоря, бой был нечестный. Потому что у него очень мало здоровья было. И я его просто добил. Но, как говорится, победители не судят. Давайте используем. И у нас здесь Капитан Америка. Сообщение. Но, коллекционер, что есть мир битвы на самом деле? Где мы находимся? Что есть правда, Канг? А что иллюзия? Так ли это будет важно, когда ты получишь бесконечную силу? О чем они там говорят?
Фиг их проймешь. Так, а у нас здесь Капитан Америка, и я думаю, что мы будем все-таки зверем здесь драться, потому что все остальные ребята у меня покоцанные, а кто-то даже в нокауте. Да. Так что, ребят, погнали. И я думаю, что здесь мы должны победить. Да, я уже сразу это определил, потому как мы отнимаем у него здоровье. Ненадолго его хватило. От кровопотери он погиб. Победа за нами. Двигаемся с вами, естественно, дальше. Тут, кстати, уже немножечко осталось. И это у нас, я так понимаю, будет Тор. Засада, ё-моё. Адаптоид откуда-то взялся. Откуда он здесь взялся, а? Скажите-ка мне на милость. Сейчас я его по-быренькому порву своим зверюгой. И уже займемся Тором. Да-да-да-да-да, разогнался, конечно. О, да, адаптоид-то тут вообще. Пум, упал. Так, ладно, это была быстрая схваточка у нас такая. Мне нужен Тор. Я хочу с ним разобраться. Так, сообщение. Ха, жалкое сборище тщедушных соперников. А мне говорили, что здесь будет битва, достойная бога грома. Какое заблуждение. Опять еще один очередной хмырь самоуверенный. Тор. Так, будем зверем, конечно же, колбасить его. Я даже не знаю, кого там против него и поставить. Нет, надо было все-таки мне еще, наверное, оставить либо Гамору, либо Марвел. А лучше Кейбла. Да, тогда была бы 100% у нас победа. Ой, Тор, Тор. А, елки-палки, ребят, я же забыл, что зверюга-то у меня мощный. Я думал, что я все двухзвездочными бойцами дерусь. Ну да, понятно, почему-то все легко и просто идет у нас. Совсем, как говорится, заигрался парень. Все, он упал. Победа. Так, и получается, что мы прошли, ребята. Это у нас сюжетная линия. Так, завершено, исследовано 60%. Желательно, конечно, на 100. Но я думаю, что вам не совсем понравится, если я буду на 100% проходить каждую вот эту вот часть по 3, по 2 раза. Поэтому мы как бы идем сейчас напрямую, а уже потом как-нибудь вне эфира я уже буду проходить отдельно. Так. Что у нас здесь еще? Блин, офигеть. Конец игры, эскалация, восстание. Ну, еще очень много нам здесь придется поиграть. Давайте посмотрим, что у нас тут. Разработчики пишут какие-то у нас новые штучки-дрючки. Ну, честно говоря, мне это не интересно. Ладно, давайте, наверное, закрывать эту всю лабуду. Чем бы заняться, ребят? Нет, я думаю, что дальнейшее прохождение мы уже будем с вами делать в следующем выпуске. У нас с вами 7 кристаллов, ну, плюс один новый чемпион, которого мы заработали. Донат меня интересует. Ах, да, у меня 156 карточек. Подождите, ребята, нужно купить мне кое-что. Вот она, 135 стоит. Берем. Ну, вы поняли, для чего она нужна нам, да? Для повышения мастерства. Я иначе дальше не могу пройти. Так, отлично. Где бы мне еще... найти... А, я не смогу сделать, потому что у меня нету свободных очков. Так. Ну что же, я думаю, что на этом, пожалуй, можно завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Продолжим наши фатальные драки, как говорится, с хорошим исходом для нас. А не так, как сегодня наш Сокол подвел. Ну, правда, там и соперник, извините меня, был Халк, как-никак. Так что, ребята, всем пока, всем удачи и до новых видосиков.